красавцы. А, смотри, дружно говорят, Юпитер и Галилеевы спутники. Красота. С рук снимаю, потому задрожание, конечно, извинение. Так, а где у нас Марс с Сатурном? Вот они, 2 апреля 2020 год, Харьков. Стараюсь не дышать. Да. Не сфокусируешься. Сатурн. И Марс. Соображают на троих. Фаза Марса видна, да, наполовину только освещен. Да, ну тут Сатурн что-то не очень понравилось, как сфокусировался. Да, надо-то, конечно, со штативом выходить в поля, а не с балкона снимать. Руки дрожат. Не, ну, 125 крат увеличения, попробую его в кадре удержать. Ну ладненько, и на том спасибо. Вот они. Три красавца. Три планеты. Солнечная система в одном кадре. Ганимед, Каллисто, Ио. Европа, не Юпитер. Рассвет над Харьковом 2 апреля. Все равно небо нечистое.